Предпринимателям оказывается помощь государства по данным профильного ведомства. На сегодня выдано 7793 кредита. Собственное дело уже открыли порядка 4953 человек. Создано 5983 рабочих мест. Об этом мы поговорим с заместителем директора палаты предпринимателей Алматы Алмой Турлыбаевой. Доброе утро, Алма Камаловна. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Расскажите, какие еще программы предусмотрены для поддержки населения в вопросе занятости? Доброе утро. Да, Алмата также реализует данную программу, программу массового предпринимательства «Инбек». И по Алмате сегодня получили возможность предприниматели открыть свое дело. Это 100, было одобрено 163 проекта на сумму более 2 миллиардов тенге. Открыто более 1000 рабочих мест. Со стороны палаты предпринимателей в рамках нефинансовой поддержки бизнеса было разработано 117 бизнес-планов. И был охват предпринимателей в сфере обучения. Кроме того, в рамках данной же программы сегодня выдаются микрокредиты для начинающих предпринимателей. Это микрокредиты в размере 240 тысяч тенге. И на базе палаты предпринимателей создана комиссия по грантовой и проведено два заседания. Одобрено более 30 проектов на сумму 7 миллионов тенге. Скажите, сколько рабочих мест вот создано благодаря вот этим программам? Есть какие-то цифры? Ну, благодаря, да, цифры есть. Сегодня по массовому предпринимательству кредиты в размере 19 миллионов тенге создано более 1000 рабочих мест. А то, что касается микрокредиты в размере 240 тысяч тенге, ну, это порядка 60 рабочих мест. Вы поймите, это микробизнес, поэтому и охват привлечения рабочих сил достаточно небольшой, так как это в основном сфера услуг, парикмахерские, прачечные, швейные, единично, как индивидуальные предприниматели. Алма Камаловна, спасибо вам большое. Этим утром вы нас просто порадовали информацией. Итак, напомню, Алма Турлыбаева, заместитель директора палаты предпринимателей города Алматы, была с нами на связи.